Полагаю, вы не его секретарша? Мисс Стюарт наш посредник, о котором я говорил. А, вы из Нью-Йорка по золоту. Я ведь сказал, я уже заключил выгодную сделку. Присядьте. Спасибо. Drei Spritzer los. Und ein bisschen Musik. Что ж, надеюсь, я вас не разочарую. Я не могу решить это с первого взгляда. Час ранний. В ранний час перед рассветом сосны в серебро одеты. Только солнце луч теплом богатый. Может обратить серебро во злато. Да, Хэрон, при всех ваших минусах вы умеете доставать кроликов из шляпы. Итак, сколько золота вы хотите вывести, мисс Стюарт? Сколько у вас есть? Как я сказал ранее, я недавно уже заключил очень прибыльную сделку. И вопреки вашему замечанию, я всегда стараюсь сохранять гармонию. Скажите, почему я должен выбрать вас? Вы получите больше денег и хорошо проведете время. Если я не сдержу слова, не платите. Я ваш брат. Только вы при этом мне не брат. Кто вы мне? Я ваша сестра. Браво! Я поговорю с людьми, мы встретимся снова. Прекрасно. Коварный лис других зверей для смеха убивает. Кто из других живых существ с ним в этом совпадает? До свидания. Zugegeben, sie ist ganz schön schlau. Vielleicht ein bisschen zu schlau.